Дорогие друзья, всем приветики. Всех с наступающим. У нас, девчонки, идет подготовка. Подготовка к Новому году. Скоро замаринуем уточек. Здесь уже готовы салатики. Так, Толя, ты уже рыбку нарезаешь? Селедочка. Крабовый салатик. Толя нарезает рыбочку. Будем начинять тарталеточки чем-нибудь. В общем, готовимся, девочки. Подготовка у нас идет. Вот на этот телефон. Давай, под мышку. Давай, давай, вот там вот сзади есть еще. Да. Подмышки побрел. Утка, ты побрела подмышки? Вот там он, да? Тут блин. Так суши можно так и приготовим? Быстрее будет, наверное. Так она сейчас приготовится. Нормально. Так, на руке. Стой, 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 давай. Вот тут вот. Матвейка, тише, 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 тише. Матвей, Ева спит. Так, что, маринад-то что? Вот этот маринад взял. Ну, а думаю, вот в этом сделаем. Да? Прекрасно. Это будет потом на Новый год спать. Мы их как, мешки сделаем или что? Или просто обмажем? Начали провожать старый год. Поблагодарим старый год за все хорошее. И будем входить в Новый год с хорошими, позитивными мыслями, с прекрасным настроением. Рыбочка, тарталетки. Давай, десять, держи. Так, что у тебя надо? Пакуй. Девочки, ставим стол. Стол, кстати, Толя специально покупал к приезду гостей, потому что знал, что будет много народу. В общем, такая вот скатерть, такой стол. Скоро будем уже накрывать. Люстру украшал, елку поставил. Красота, девчонки. Девочки, мальчики. Ну что, ну расскажи историю, что это такое? Что это такое? В том году получил посылку от вас. Ну? Вот там была эта шоколадка, я ее положила так в холодильник и закрыл полотенце. Только в декабре в этом году увидел это все. Нормально, вот так вот. Да уж. Бывает. Так, у нас продолжается приготовление. Мы уже зафаршировали помидоры. Здесь пюре будет готовиться ближе, чтобы было горяченько вариться. Яйцо, морковка на мимозу. Шпроты на бутербродики. Сайра на мимозу. В общем, и здесь еще лежат вот такие щуки. Кусочки, в общем, жарить. Утка у нас маринуется. Готовить мы ее чуть-чуть попозже будем. Что они делают? Консервы открывают для салата мимозы. Еще будет мимоза. Какой по счету? Салат? Ну. Пятый. Шестой. Шестой салат? Шестой.
Так, тряпку у кого? Замечательно получается. Отлично. Только яблоко надо, наверное, вовнутрь. Чутка. У нас там, знаешь, что? Там у нас места мало получается. И вот в итоге вот так. Ну, отлично. Надо... Пожалуйста. Слушай, надо шпажку вот еще. А я... Сейчас, да. Где? Держим? Утки отправляются в духовку. А может соусом вот этим польем? Каким? Вот этим же. Или потом? Сверху чуть-чуть. Чуть, чуть вот так вот. Давай. Ну, они хорошо промариновались. Я думаю, все равно что-то по времени такое. Ну, да. Постояли. Блин, палец отрезал. Ну, ладно. Терка где-то видел. Ну, ладно. Ух, как хорошо. Так, уже поднакрываем стол. Папка тут общается. А у нас. Готовка продолжается. А у нас в квартире газ и бутерброды. Бутерброды со шпротами. Так, у Толика почти готова мимоза. Сейчас надо открыть шпротики. И будут у нас обалденные бутики. Так, бутербродики. Так, а что это? Тут салатик готов. Нет, смотри, вот так вот. А? Красота там прям вообще. Че это салатик-то? Готовый. Красота. Ну нет, убрать надо. Ну туда на стол, я так думаю. Накрыли, девочки, стол. Сейчас будем уже садиться, провожать старый год. Уважаемые гости, спасибо большое, то, что приехали. Я не знаю, чаще приезжайте. Это была дружная компания, дружно накрыли этот стол. Всем просто огромнейшее спасибо. Я думаю, мы часто будем отмечать этот Новый год. Не этот Новый год, а последующие года. И будет мирное небо под нашими головами. Так давайте выпьем за то, что, блин, чтобы у всех все было хорошо и было мирное небо на голове. Спасибо. Так, девочки, у нас пришел момент подарить подарки. Мы сейчас это и сделаем. Так. Я сейчас вначале Косте подарю. Так. С Кости начну. С старшего. Да, я тоже супер подарки тоже понимал брать. И ты сейчас даже потом. Я вначале делай все вместе. Ты пока свои доставай, я буду вот это, ручать. А, ну давай. Давай, а мне не надо снимать. Давай. Давай. Так, первый подарок у нас для старшего сына. А мне.
Константин, конечно. Тебе будет. Давай. Я не заслужил. Я себя в этом году очень плохо вел. Ты вел себя хорошо, замечательно. Дедушка Мороз тебе принес подарочек. Так. Это для тебя. Так, это для твоей жены и для дочки. Так, держи. А вот это вот для вас, в семью. Чтобы... Мама, где мой подарок? Будет тебе подарок. Со старшего брата начинаем. Понятно? Усекли? Держи, любимый мой. Подарок отцу. Дорогой друг. Тебе тоже сюрпризик. Да ладно? Да. Серьезно? А что на камеру снимать? Не будем снимать. Так, и вот это тоже тебе. Да ну, ты ладно. Чтоб спалось тебе. Хорошо. Давай, давай, давай. Ты к нам тоже без подарков не приезжал, так что давай. Вот. Ой, спасибо, Варя, вообще. Дядь Сань, давай. Сейчас будет тебе подарок. Сейчас дядю Артема поздравили, всех поздравили почти. Спасибо вам вообще большое. Приятный, девчонки, момент. Толя дарит подарок. Подарки, я думаю, все любят получать. Выключила на этом кадре, девочки, звук, потому что играет музыка. В общем, очень громко. Муж танцует, все веселятся. Толя никого не забыл, всем подарил подарочки. Братьям, сестренкам, другу, друг, близкий. Я его, девчонки, не представила. Это близкий друг Толи. Они очень давно дружат, много лет. Те, кто смотрит нас очень внимательно, те видели, когда был отдых в Турции у Толи с Артемом. Толя отправлял кадры, я монтировала и выставляла ролики. Так что многие, конечно же, уже и знают Артема. Не волнуйся. Уважаемые граждане России. Президент будет говорить. Слушайте, президент. Дорогие друзья, завершается 2022 год. Это был год трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества. Это был год, который многое расставил по местам. Четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия. Показал, что нет высшей силы, чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам, преданность своему Отечеству. Это был год поистине поворотных, судьбоносных событий. Они стали тем рубежом, который закладывает основу нашего уже общего салюты, будущего, и Путина не нашей истинной независимости 23-м годом. Давай! С Новым годом! Дайте счастья, здоровья, любви. Мои дорогие, я вас всех люблю.
всех с Новым годом. Я вам желаю счастья, любви, удачи, благополучия, крепкого здоровья, всего самого наилучшего. И до скорой встречи. Всем пока-пока.